все будем смотреть, наблюдать. Киска. Я. Ух ты ж, газанула. Девчата. Ну что такая архитектура, да? Сейчас пойдем пешком. Приехали мы в заповедник, да, дач? Которым очень жарко. Ну, а тут там будет тенек, может. Тут разные животные, козочки, олени. Сейчас посмотрим, что к чему. Ага, и сегодня мы отправляемся на экскурсию. Куда? Кто знает? Куда? Это сложно выговорить, поэтому все будем смотреть, наблюдать. Это, кстати, наш дом, где мы живем. А вот это, кстати, вот там, вот на заднем фоне. И Арина. Наша Арина. Ладно, поехали. Германия, город Ренфельден. Ух ты ж, газанула. Приехали, теперь как всегда летим, да? Какая красивая у нас мать. Особенно я, блин, с ногой. Вот тут живут зевсики, наши кумисики. Давай походку глянь. Походка богини. Взгляд тигрицы. Вот такой вот красивенький, чистенький городок. Хакубы. Девчата. Жарко вам? Да. А я не одел сегодня кепочку. И буду сегодня жариться на солнышке. Кепку не одел. Быстро, быстро. Почтальон едет. Он, кстати, сзади меня. Погнал. Площадь. А это наш любимый магазин DM. Любимый магазин DM. Там все есть, что надо. Что такая архитектура, да? Взялись подземочку. Сюда, Леночка. Я тут 2 недели лучше знаю, чем Лена. Все. Я уже, кстати, сюда 3-й раз ходил. Видишь? Такой туннель. Да? Нет. И направо. Давай. О, и пришли. О, нормальный автобус такой. А у тебя скоро на храме закончится. Что у него? Да, украинский. Блин, у меня двухэтажный. Это тот, который, помнишь, дочь, застрял? Что ты должен сказать? А ты смотри, там много сзади места. Это длинный день. Сколько там людей? А, ты сегодня украинцев хочешь? Я понимаю, что все украинцы сегодня. Что Маша? А, это у тебя такая штука. Камень. Да.
пассажир уже не нравится. Сейчас пойдем пешком. Ага. Лесом, лесом. Полем, полем. Интересненько. Автобус, колбаса. Да? Ну не дергай, не дергай. Что? Как под... Да что ж ты близко-то подходишь? Одни зубы видно. У меня голова болит. Ну ничего, пройдет сейчас. Тут смотри, какой лес красивый. Заповедник какой. А это не вот эта территория? Нет, это, туда. А это что? Угу. Все понятно, ничего не понятно. Папа. Да. Пропала. Пропала собака. Угу. Пропала собака. Вот какой песик. Малыш. Мама, это что, только ребенок? Крапива, сыночек, остановил. Все яйца буквально зорги. Данки. Красотки мои. Да, посадка от ведра. Сейчас я как воздохну. Идем уже 20 минут. И не можем дойти. А сколько? Потому что собаку гладили. Собаку гладили? Я что-то я не помню такого. Мама, уже почти дошли. Ага. Вот и куда-то мы дошли. Да? И где все? Куда дальше? Кто знает? Вера знает. Ну что, Вера знает, где можно покушать? Она говорили, что здесь есть. Я хочу кушать. А у нас еще с собой не держишь? Ну, я вот то, что с собой хочу. Я не хочу, я пока я банан хочу. Бери. Ой, прости, Соника, бери, что ты хочешь. И мне банан возьми, дочь. Спасибо. Холодные. Холодные? Ну, понеси пока. Данки. Там еще кто-то, мне кажется. О, смотрите, там. Вот, видите? Ага. Да. Косуля. Да, там. Ух. Привет. Это тут реабилитационный какой-то центр, да? Да. Я уже не хочу, я пойду. Иди сюда, иди сюда. Ти-ти-ти-ти-ти-ти. Дай рога потрогать. Красавчик. В общем, приехали мы в заповедник, да, дочь? Которому очень жарко. Ну, а тут, там будет тенек, может. Тут разные животные, козочки, олени. Сейчас посмотрим, что к чему. Вход 3 евро. Детям 1.5 евро.
Алина, близко не подходи. Смотри, она специально близко. Конечно. Ну такой заборчик, скажи, что плохо. Что ж там такое? Кто ж там живет такой? Жена, накорми меня. Хочешь с ними пойти? А мы сейчас все вместе пойдем. Мы покушаем. Ты что, кушать не хочешь? Нет. Ну, конечно. Печенье сейчас налетишь. Давай мясо, мясо, мясо. Ты так поставил, почему не так? Я положил вообще-то. Что там у нас есть? Кофе. А это вот Сонины смаколики. Без цукру. Реклама. Должна нам. Оплачено. Все уплачено. Уплачено. Абрикоски. Может, я просто вот это поем? Что? А, да? Кстати. Корм отдаюсь, надо было по пути. О, это арбуз дыня? Или да, нет? О, это нихту шпихту. Нихту шпихту. А где курица? Там, под низом? Есть эти, как его. Что? Влажные салфетки. Да. Ну хорошо. Приятного аппетита нам. Послал дочь за фантой. Угу. Доча. Ну что там? Что, только кола есть? А фантой? Фанта? Фанта. Кола фанта есть. О, отлично. Кола фанта. А, да. О, гуд. Кола and фанта. And кола and фанта. Окей. Мама будет кола. How much? 4 евро. 4 евро, давай. Все. Такая интересная фанта. Orange. Original. Retro Dessinger. Retro Design. Апельсиновая. На вкус, конечно, еще то heaven. Coca-Cola. Кола неплохая. И жена у меня ничего. Да? Я. Ты. О, как я Янукович. Добрый вечер. Добрый вечер. Thank you.
Это как туннель любви прям в Украине, да? Сейчас поезд на нас будет. Ту-дух-ту-дух. Самки мои. Я. Натюрлих. Натюрлих там? Смотрите, кабанчик. Опа. Кто там? Ох. Шухер. Семейка. Это те, которых мы кормили, да? Давайте покормим. Банда. Смотрите, там кляйны. Та они уже наелись. Ух ты, какие рогач какой. О, запрыгнул на второй этаж. Да? Да. Ты что? Попросил Лену купить тебе пиво, блин. Мне пиво себе вина купила. Чунь-чунь-чунь-чунь. Как оно делается? Вот так. Оп. Оп. Обратно не? Не. В одну сторону. А ну как ты ешь мороженое, покажи. Ну покажи. Обычно. Ну покажи, как обычно ты ешь мороженое. Ну что, Зая, понравилось тебе мороженка? Да. А, кстати, почему-то я. Что вам, детки, понравилось? Я. Понравилось? У меня один ответ сегодня. Я. Шар давай. Я. Я. Хороший день. Не жаркий. Не холодный. This is good. Good. Вот и закончился наш денечек. Да? Я. Вернулись мы обратно к автобусу. Тут такой лес конкретный. Конкретный. Вокруг везде, да? Я. Моя яколка. Я. Я. This is good. This is good.